якобы уже формированы. Че, армейский корпус какой-то, мы застрелок дивизии. Дальше до конца следующего года в России должны появиться еще две общевойсковые армии. И 30 соединений. О, ну понятно. Мобилизация близка, как говорится. Так, дальше, давайте отвлечемся немного от всего этого. Примерно в среднем зарабатываешь $500 в месяц. Ну, примерно так, да. Чего? Сказал, что ты примерно в среднем зарабатываешь $500 в месяц. Ну, примерно так, да. А почему ты такой, почему ты такой позорный? Потому что это белые деньги. А у меня честные. А у меня нечестные черные? А у тебя, это даже не твои деньги. Тебе их дают, ты ими играешь и выводишь. А я заработаю свои таланты. А тебе... Окей. Бля, 500к это позорище? Охуеть. Я за 12 лет столько не заработал, блядь. Ну, в том плане, чтобы у меня вот просто в кармане 500к лежало. За месяц 500к, извините, блядь. Даже не знаю. Не, ну за 12 лет в общей сумме оборот денег-то, естественно, у меня, ну, наверное, 500к уже был. Но я имею в виду, чтобы вот так вот просто в кармане у меня столько денег лежало. Тут чел зарабатывает как бы в 500 в месяц, а ему говорят, позорище. Да. Так. Чуть больше 8 миллионов. Нормально состояние все. Мало? Да вы что, сейчас я охуели, что ли? Я не понял. Эти сидит, говорит, 500к позорище, блядь. Эти сидят в чате, 8 миллионов долларов мало. Я, мне тогда вообще стыдно. В том плане, что типа, то сколько у меня, если 8 миллионов, это мало. То, блядь, у меня это вообще пиздец. У меня даже миллиона нет. Ну, долларов. Не, ну для... Можно сказать, типа, для Моргенштерна это мало, да? И я согласен. Потому что мне казалось, что ему за клип и за рекламу 1xbet заплатили, ну, миллионов 10 минимум. А тут у него, в принципе, только 8 лямов. Хотя, может быть, это и есть те самые деньги от 1xbet. Ты по 2 ляма уже потратил. А что, получается, у него вообще денег не было, что ли, до 1xbet? Тоже не стыкуется, блядь. Короче, вообще, я хз. Бля, подожди, слушай, ты больше 8 миллионов долларов. То есть, вы хотите сказать, что я на неделю насобирал все состояние магистерна, которое он собирал, типа, за все эти годы? Нет, ну, блядь, он тоже жесткий. Нет. Не состояние, у меня типа нет домов на 250 лямов долларов. Но это я себя оценивал, сколько. Какие нахуй 250 лямов? Не-не-не, оценивать себя и, соответственно, иметь те деньги, которые у тебя сейчас в кармане, это вещи разные. Я себя вообще на миллиарды оцениваю. Ну мало ли на что я себя оцениваю. Важно ведь то, сколько у тебя есть денег, да, которые ты можешь потратить. Но я видел, я слышал, что сказал Новстрой потом. Он сказал, что, ну, в принципе, у него сейчас 8 или 9 миллионов долларов своих денег, которые вот у него есть. Примерно то же самое, что и Моргенштерн. Так что, да, но так или иначе, это охуеть, какие огромные деньги. Блять, дай мне эти 8-9 миллионов, это пиздец. Я не знаю, я бы просто бы вообще охуел бы, блять. Все в чате такие, да. Богатые, прям 0,8 да. Миллиона им мало. Ну да. Раз богатые такие, задонатьте, да. На песню Стиви Вандера. Да, ваш майор задонатьте. Буба Бубанштейн. Просто, ну не знаю, там, подписку платную купите. А тут что-то как-то, ребята, не стакается, не стыкуется, да? Вы все-таки богатый, блядь. Но он сам, блядь. Алло. И ты еще что-то про его долги говорил. А что там долги? Ну, тем не менее, если он так много денег, то я не знаю, почему он долги не раздает, если они еще есть. Так, ну в целом это все новости, наверное, да? Все новости, в принципе, да? NVIDIA там какой-то процессор новый придумали, ебанутый просто вообще, жестко. И типа в новой технодемке ковер какой-то, протокол NVIDIA продемонстрировал возможность EE-NPC, созданного в партнерстве с каким-то инвором. EE-персонажи обладает собственным сознанием. Помните, я говорил,
Еще я мечтаю об игре, где будет искусственный интеллект, как живой. Ну, типа, прям вот как там, не знаю, чат GPT встроенный в игру. Все, это, по сути, в скором времени станет реальностью. Потому что на днях NVIDIA выкатила какой-то неебически мощный процессор, с которым можно будет уже позволить сделать, соответственно, игры. Используя нейросеть. Чтобы там интеллект был и так далее и тому подобное. Вот. И я думаю, что в ближайшие 5 лет, 8, ну 5 лет, ладно, 5 лет, уже будут выходить игры, где NPC будут, они реально как живые. То есть они настолько будут умными, я не знаю, ну типа, ну серьезно. Вот представьте играть в какой-нибудь хоррор, где монстр будет соображать как живой. Не просто какое-то заскриптованное говно, которое ходит по коридору туда-сюда, потому что ему так сказали. А он будет сам думать, принимать решения, как вас трахнуть. Вот это будет уже реально страшно, потому что...